1 ноября в регионах страны может резко подорожать хлеб. На фоне роста цен на пшеницу, а соответственно и на муку, сельхозпроизводители просят торговые сети повысить цены на хлебобулочные изделия. Новости подобного характера появились во многих федеральных и региональных СМИ. С просьбой прояснить ситуацию к производителям обратился лично губернатор. В Ульяновском министерстве агропромышленного комплекса поспешили заверить, повышать цены не намерены. Тем более к зиме регион готовится с неплохими показателями. Уборочная кампания практически завершена, и ульяновские аграрии собрали 1 246 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур. Зерном область полностью обеспечена. Обеспеченность наших пищевых перерабатывающих предприятий, связанных с хлебобулочными изделиями, на сегодняшний день они достаточно уверенно себя чувствуют. Мы произвели уже в этом году только за 9 месяцев 25 700 тонн муки. В том году мы производили в целом за год порядка 38 400 тонн муки. Сами же производители хлебобулочных изделий заверили, цены повышаться также не будут. Повышение цены на хлеб ульяновским хлебпромом в ближайшее время не планируется. При этом ряд ульяновских предприятий используют муку высшего сорта, закупая ее у местных фермеров. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.